Правительство Приморья и КНР на ВЭФ обсудили возможное сотрудничество по ряду значимых проектов в областях торговли, экономики, логистики, грузоперевозок, сельского хозяйства, а также вопросы приграничного сотрудничества. Встреча состоялась под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербина и губернатора провинции Хэлудзян Хань Шэньцзяна. Российская сторона также выразила заинтересованность в сотрудничестве в таких вопросах, как открытие железнодорожного пассажирского сообщения между пограничным и Суйфэньхэ, развитие промпарка в Большом Камне, строительство российско-китайского детского лагеря отдыха на острове Русском, расширение закупок высококачественных товаров.